Ухань. На тротуаре лежит пожилой мужчина. Редкие прохожие не стремятся к нему подойти. Прибывает машина скорой помощи. Человек умер. Стал ли причиной коронавирус, неясно. Но медперсонал увозит тело, принимая все необходимые меры предосторожности. Проводит дезинфекцию. Китайские государственные СМИ показывают совсем иные кадры. Жизнь в городе идет своим ходом. На прилавках местного рынка полно еды. Иностранцы, которые лишь на днях покинули Ухань, удивляются. В частности, эвакуированный гражданин США Джаред Эванс. Я видел лишь закрытые магазины. Нельзя было купить даже какую-нибудь мелочевку. Закрыты даже лавки. Все просто пытаются пережить ближайшие недели. Никто не выходит на улицу. Ухань теперь город-призрак. Люди отсиживаются по домам и ждут, когда врачи найдут лекарства. Власти с невероятной скоростью возводят здесь новую больницу для лечения заболевших. С начала эпидемии лишь в этом 11-миллионном индустриальном городе, закрытом на карантин, от нового коронавируса скончались 159 человек.